Всем здравствуйте, меня зовут Христиан, я пришел на курсы специалист буквально 2 недели назад. Прохожу я обучение сейчас на первом курсе программирования базы данных, уже записался на следующий курс программирования языка C, и конечно моей целью станет получение дипломной программы на NET-разработчика, освоение этой программы. Что могу сказать по курсу обучения, то есть негативных моментов я сказать не могу. Материал подобран очень грамотно, очень грамотный преподаватель Трофимов Алексей Михайлович. Ту информацию, которую он дает, то есть это не просто какие-то скучные лекции, да, то есть это идет конкретный материал, который нам потом понадобится в будущем, и плюс вместе с практикой. То есть уже буквально с третьего занятия, да, мы начинаем уже, как говорится, стучать по клавишам, и уже начинает что-то получаться. Ту информацию, которую мне дают, я доволен на 100%.